Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня понедельник, и мы рассказываем вам о древнем мире. Я Ольга Томашевич. Тема сегодняшнего выпуска – представление египтян о загробном мире. Эти представления, а также весь облик древней цивилизации в целом, в современной культуре приобрели несколько мрачный оттенок, отчасти благодаря, конечно, двум американским блокбастерам о мумиях. И самым страшным, пожалуй, извращением египетских верований представляется мне образ священного жука-скарабея, который для египтян был символом возрождения, а в этих фильмах эти жуки – пожирают людей, как саранча урожай. Древние египтяне очень рано задумались о вечной жизни. Причем представлять ее они предпочитали вполне счастливой. Эта жизнь представлялась им на небесах, среди богов. Также были представления типа рая о священных полях и Алу, где пшеница вырастает в два человеческих роста высотой. Или были представления о подземном Египте с подземным Нилом. Вот это более мрачные представления. Причем все это известно нам по очень богатой древнеегипетской заупокойной литературе. Со смертью в Древнем Египте ассоциировался Запад, поэтому большинство некрополей располагаются на западном берегу Нила. Там заходило солнце. Кроме того, в часовнях, в гробницах самые главные изображения тоже делаются всегда на западной стене. Для благополучного посмертного существования считалось необходимым сохранить тело. Отсюда мумификации и создание Дома Вечности – гробницы. Однако египтяне понимали, что мумификация отнюдь не красит тело. Кроме того, мумия может пропасть. Поэтому помещали в гробницу двойника мумии, статую. Также человека изображали в рельефах на стенах его гробницы. Для жизни, пусть даже на том свете, человек нуждается в еде, питье и прочем. Все это приносится ему в жертвоприношениях, а для гарантии изображается на стенах гробниц. И все это снабжается надписями, которые должны таким образом работать. То есть гробница – это машина для вечной жизни на том свете. Похоже, представления о загробном существовании со временем мрачнели. Появляются путеводители по тому свету, которые учат человека, как избавиться от опасностей. Правда, заказать себе такие путеводители могли далеко не все. Забавно, но даже высокопоставленные сановники начинают опасаться вызова на царские работы. Но выход нашелся быстро. Они заказывают себе специальные фигурки. Их называли по-древнеегипетски ушепти, ответчики. Спереди на этих фигурках пишется магическая формула. И по вызову они за покойного должны работать на том свете. Мне представляется исключительно важной тема загробного воздаяния. Уже в автобиографиях на стенах гробниц вельмож эпохи пирамид мы читаем: «Я давал хлеб голодному, питье жаждущему. Я делал так, чтобы было хорошо мне у Бога Великого». В папирусах знаменитой книги мертвых есть изображение загробного суда. Председательствует на нем бог Осирис. В центре композиции мы видим большие весы. На одной чаше – сердце покойного, а на другой – страусовое перышко богини истины и справедливости Маат. Если сердце, отягощенное грехами, перевешивало, то покойного ждала вторая смерть в некрополе. Ее олицетворение и тот, кто ее осуществлял, сидит рядом с весами. Это монстр вполне в стиле Иеронима Босха. Голова – крокодилья, передние лапы – львиные, а задние лапы – гиппопотама. Это была окончательная гибель и уже никакой вечной жизни.
В школьных поучениях египтяне пишут, что маленькая булочка от праведного бедняка – это лучшая жертва для Бога, чем целый бык от неправедного богача. Египтяне очень любили жизнь и ненавидели смерть, которая была для них врагом и которого надо было победить любым образом. Кстати, подлинное древнеегипетское название книги мертвых – «Книга выхода в день». Для египтян была очень важна возможность выйти в этот мир и увидеть солнце.